нынешняя война с терроризмом, а она должна быть общей. Это не дело только России, это дело всех стран. Мы должны сплотиться для того, чтобы победить это зло. И вот эту войну я называю священной. Методы, ой, quella del 39-45, l'altra grande guerra nel mondo, adesso questa non è tanto organica, forse. Organizzata sì, ma organica, dico. Ma è guerra. Non abbiamo paura di dire questa verità. Il mondo è in guerra. Perché ha perso la... Russia's hacked into a lot of things. China's hacked into a lot of things. Russia even hacked into the Democratic National Committee. Maybe even some state election systems. So we've got to step up our game. Make sure we are well defended and able to take the fight to those who go after us. As president, I will make it clear that the United States will treat cyber attacks just like any other attack. We will be ready with serious political, economic, and military responses. Байден вчера пообещал послать вам сигнал, ответить за хакерские атаки, в организации которых в США обвиняют официальную Россию. Мы умеем друг другу послать, поэтому... Ну, по сути, прозвучала на официально на столь высоком уровне угроза, причем угроза, насколько понимаю, вам лично. Предполагаете ли вы, что это будут такие же хакерские атаки в отношении России, или атаки могут быть и в каких-то других сферах, областях? Спасибо. Ну, от наших американских друзей можно ожидать все, что угодно. Но что он такого нового ты сказал? Официальные органы Соединенных Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают. Значит, хорошо всем известно, давно уже это не секрет никакой. Свидетельств этому достаточно. На это тратятся миллиарды долларов. АФБ работает, ЦРУ работает, другие службы. Есть и свидетельства, есть и признание полное. Причем следят не только за своими потенциальными противниками, а в всяком случае тех, за теми, кого они считают таковыми, но и за своими союзниками, в том числе самыми близкими. Сколько нам скандалов известно о прослушках первых лиц государств, союзников Соединенных Штатов. Так что чего здесь нового? Но ничего. Единственная новизна в том, что впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают, первое, то, что они этим занимаются, и второе, ну, в известной степени... Thank you.